В Махачкале на международной конференции обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму. В работе конференции приняли участие научные и религиозные деятели. Приветствую гостей. Министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов подчеркнул значимость мероприятия, которое объединяет ведущих богословов в решении общих проблем. Говорю неоднократно и повторю, что мы можем гордиться, что в Республике Дагестан нет межконфессиональных конфликтов. Но это вовсе не означает, что они не будут, и поэтому мы не должны проводить такие конференции. Как раз таки проведение конференции дает возможность говорить нам о том, что их не будет. Тему духовно-нравственного воспитания и неприятия религиозного экстремизма затронули в своих выступлениях представители традиционных конфессий. Выступающие отмечали, что сегодня в Дагестане происходят позитивные процессы как в социально-экономической сфере, так и в общественной жизни. Но программы, направленные на развитие республики, не будут действенными, если в регионе не будет мира и согласия. А для достижения межнационального мира, по мнению участников, необходимы совместные действия духовенства и общества. Ведя диалог с другими конфессиями, с другими религиозными, другими религиями, мы должны в первую очередь изучить свою религию, дабы быть интересным для собеседника. Поэтому мы должны знать в первую очередь свою религию, знать свою нацию, знать свои традиции, и, сохраняя это, мы будем интересны для своего собеседника.